все, что мне нравится в этой компании, то, что мы собрались единомышленники, которые думают одном – собрать людей, которые хотят быть счастливыми. То, что я люблю в этой компании, я люблю вот эту энергетику, которую я получаю от людей. Вот я даю позитивную энергию, и я получаю вдвойне. Вот это меня очень мотивирует всегда быть на этом мероприятии. Мы приехали в Дубай, чтобы отметить годовщину компании. Приехали те люди, которые нам поверили, идут с нами. Выбор, конечно, за нами, кого мы сюда приглашаем, потому что у нас в компании есть девиз: важно не чем мы занимаемся, а с кем. Поэтому те люди, которые нас сегодня окружают, мы ими довольны. Я думаю, и они нами довольны. Все на высшем уровне, профессионально, ребята двигаются и гарантированно показывают результат. Федя, ты поел, Федя? Нет, еще не кормили. Федя, ты поплавал? Да. Мы рады, Федя, ура!
Петя! 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 Друзья, на самом деле эмоции просто максимальные. Я хочу сказать каждому человеку, который здесь, добро пожаловать на это мероприятие. Это долгожданное мероприятие компании. И вот сейчас мы находимся в том моменте, когда у нас уже год, как мы стартовали. Я хочу вам сказать, что все люди, которые здесь находятся, абсолютно все люди, это будущие миллионеры, однозначно, да, все, вот каждый из вас. И, может быть, вы даже не думаете об этом, но это будет однозначно. Потому что то, что мы сделали, это уникальный продукт. Над этим работали очень много лет. Я сам лично, своим опытом, и все вот партнеры, да, друзья, они также работали много лет для того, чтобы добиться того, чего мы сегодня имеем на сегодняшний день. Это что-то уникальное вообще. Каждый, кто здесь находится, он уже часть команды. Друзья, добро пожаловать на мероприятие. Всех поздравляю с годовщиной. Дальше будет еще интереснее. Готовьтесь. Добро пожаловать. И спасибо всем, кто здесь находится.